Я хотел бы начать кое, э, с чего, что делают в Азии. Эй, в Азии, да. Okay. Въехать, э, Прочитать вместе несколько мест писаний. Бекол, Эй, громко. Мы сейчас откроем 22 псалом во-первых это очень сильное место писания и оно связано с той темой на которую мы будем говорить сегодня אז, вы готовы Берусит. на русском господь пастырь мой все вместе. بъехать, بъехать. все вместе откройте пожалуйста псалом 22 и мы вместе прочитаем его Вообще, хорошо бы знать этот псалом наизусть. Готовы? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Твой жезл и твой посох они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Умастил Елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь. Это одно из сильных принципов в царствия. Что у нас есть пастырь. И мы идем за ним. И он заботится обо всем. И у всего есть замена и о, цель. И мы также продолжаем читать псалмы. И прочитаем псалом, который на русском 99. Третий стих. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Мы Его и овцы паства Его. Неважно, кто ты и что ты, если ты новичок вере, или ты духовный динозавр, и у тебя уже много плода в жизни. Возможно, ты преуспевающий бизнесмен, и ты верующий. А если ты, то ты все равно овца. А если ты, ты, то ты баран. Поэтому это очень uh, это библейский принцип. Барашка. و... ברן, ברן. אז בתנ״ך, בכל הכתובים, העיקרון הזה מופיע עשרות פעמים. (אומר בערבית: אם פרינציפ אלוהים החליט שאנחנו כבשים. Не какое-то более благородное животное. Он все время говорит про паству. Он говорит про овец и баранов. Он говорит про Агнца Божьего. И я не знаю почему, но для меня эта тема стала любопытной очень. זה באמת חוזר על עצמו כל הזמן. (אומר בערבית: פתאום שאתה את האסוציאציה פסטיאן ופפטרי העצה). ויכול להיות זה באמת אומר משהו וזה חשוב לו. (אומר בערבית: ובאמת רציתי להביע קצת דעה על כל מה שקורה בצאן ומה שקראתי על זה. (אומר בערבית: ומה אלוהים רוצה מאיתנו כשהוא מדגיש את זה כל כך הרבה? את настолько э, уделяет свое внимание этому. Есть очень много предложений на русском языке, о которых мы знаем. Что смотришь, как баран на новые ворота. Или когда женщины между собой ругаются, так одна э, для того, чтобы оскорбить другую, говорит, ну ты овца.

И so, so uh, из-за того, что все Писания uh, используют эту ассоциацию с начала до конца, так мы также с начала до конца будем просматривать. Исайя, 53 глава. И uh, 53 глава это корневая глава нашей веры. פסוקים שש ושבע. שיסטו יסידמו הסטיך. נקרא את זה בעברית גם. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, וה' הפגיע בו את עוון כולנו. ניגש והוא נהנה, ולא יפתח פיו, כסל הטבח יובל, וכרחל לפני גזוזיה נעלמה ולא יפתח פיו. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но устрадал добровольно, и он не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстерегущим его безгласен, так он не открывал уст своих. Здесь говорится про пасту. И что мы все, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Мы все ошиблись, все вместе. Мы, мы ошиблись как мировое сообщество, как народ, как каждый человек. И мы ошиблись не...

זה משהו שאם המצב פשוט אה, אה, כשאתה תוהה מה הדרך אתה לא יודע איפה אתה <אז> ואז אה, אנחנו רואים פה גם את ישוע בפסוק שבע <אז> שהוא גם מגיע כסה что он его также представляют в виде агнца. Он был сын Божьим. Но он спустился до уровня агнца. На уровне овцы в стаде. И он говорит, да, я спустился на ваш уровень, чтобы стать таким, как вы, и чувствовать то, что вы чувствуете. Но я также пришел показать пример, каким должен быть истинный агнец. Агнец, который отдает полностью себя всего ради цели. И когда мы читаем Писание дальше, мы доходим до последней книги, это откровение, и этот принцип не меняется. Мы все еще видим Агнеца. И все поклоняются перед Агнцем. И мы видим напоминание, что это Агнец Божий. Бог Отец, Он пастырь этого самого Агнца. И этот Агнец, который э, исполнил, совершил этот путь, исполнил цель, и Он преуспел в этом. И мы видим, что этот Агнец будет править. И это интересное. Э, это интересное место, но это и совершенный факт. Есть танах сфорин, В Танахе есть много разных книг. И мы читаем Новый Завет, Ветхий Завет. Но есть только четыре книги, где Ишуа говорит сам за себя. Это Евангелие. וכל פעם שאני מתחיל להתפזר בכתובים אני תמיד תמיד מנסה לחזור ולקרוא מהבשורות. (אומר בערבית: ישוע באמת מדבר עצמו והלימוד הוא שלו). כי שם ישוע באמת מדבר לעצמו והלימוד הוא שלו. אומר בערבית: ותמיד, וזה תמיד מאוד מאוד פשוט. הוא מדבר על הכבשים, הוא צריך להיות פשוט. Он говорит про овец. Это должно быть. А, он говорит овцам. Это должно быть просто. Мы говорим, мы иногда читаем книги, которые очень глубокие. Например, когда пишет Рав Шауль теология это примеры теологические это глубокое теологическое учение или когда мы смотрим на древние писания и мы начинаем копаться в них и мы начинаем ловить себя на мысли что вот чем больше мы знаем тем умнее мы становимся но всегда очень важно возвращаться к тому что говорил Иешуа один на один. Это очень возвращает нас к простоте. И мы сегодня будем читать много из Иоанна 10 главы. И здесь есть целая глава, когда он говорит про паству и про овец. Мы прочитаем с 10 по 6 стих. На русском или ты прочитаешь? Нет, на русском, да. Иоанна, 10 глава, с 10 по 6 стих. Вор приходит... С 10 по 16. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит проходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть им пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. Но они услышат голос мой, будет одно стадо, один пастырь. Есть, конечно, здесь очень много информации. И стоит прочитать всю эту главу с начала до конца для того, чтобы понять принципы. И когда я uh, именно изучал профессиональную часть этого вопроса и все, что связано со стадом, есть несколько интересных фактов, которые я нашел. Во-первых, овца, у которой нет паствы, стада, а, ее время выживания очень маленькое. Колюш. Оно практически невозможно. Или она куда-нибудь упадет в какой-то ров. И тогда она умрет, потому что нет еды. И никто ее не будет искать, потому что она не принадлежит никакому стаду. И есть очень много э, животных диких, которые будут рады ее съесть. Волки и лисы. Все хищники, которые едят мясо, овца, они будут рады съесть эту овцу. И еще кое-что интересное по поводу паствы. Паства не может выжить без пастыря. Паства, стада полностью зависит от пастуха. Стадо не может найти себе место пропитания само по себе. если какая-то овца больна в этом стаде, какой-то вирус, например, она очень сильно заражает всех остальных очень быстро. И если нет пастуха, то весь этот все это стадо быстро умрет. Uh, mergisot, kvassim, uh, terf, mergisot, liat, vem, uh, Потому что всегда uh, хищники чувствуют uh, нахождение овец поблизости, и они uh, быстро могут их uh, съесть. Цон, и uh, стадо, у которого нет защиты, михлаа. что это? Uh, Загон? А у, или у них нет защиты, или нет äh, загона, места, где они пребывают, то они долго не выживут, это такое практически не происходит. А здоровое стадо, у которого есть место и есть пастух, и этому стадо может дать очень много. וזה קוראים לזה צאן בריא, צאן בריא זה מי שיש לו באמת את הרועה. الرؤи, и когда мы говорим про пастуха, у него есть все инструменты, и все знания для того, чтобы заботиться о своем стаде. Он э, и ведет их на пастбище. Он знает, как э, позаботиться о них, если нужна ветеринарная помощь. Он знает э, постро, он умеет построить правильный загон. Он знает, он знает uh, принимать роды, когда рождаются uh, маленькие uh, и гнята. Он, он умеет защищать их от диких животных. И он всегда uh, uh, ему помогают собаки. הוא משתמש בכלבים לכמה סיבות. קודם כל לשמור על הציון עצמו. ודבר שני, כשכבשה בורחת, הוא שולח עליהם את הכלבים. היא ככדה את העפצה, פתה את האוביג'אט, טון, פסלה את זה, נהיה סבקו. הם נופחים, לפעמים גם נושכים את הכבשה כדי שתחזור חזרה לצום. אני יש לי ענן נהיה את זה, אני את סילי. ועוד דבר מעניין שרואה, לגמרי תלוי בצון שלו. И uh, еще одно uh, интересно, что пастух uh, зависим от своего стада. Если мы читаем рассказы Авраама и других праотцов, написано, <катух> что они были очень богаты, потому что у них было большое имущество и много скота. И экономическое состояние пастуха зависит от размера его стада, потому что стадо баранов приносит и шерсть, и шерсть можно использовать для многих целей, для людей. Очень много молочных продуктов, естественно, мясо. אפילו החלקים הפנימיים של כבשים יש להם המון המון תכלית אפילו הקיריים וכל הם משתמשים בלעשות מיתרים לכל מיני כלי נגינה כן, כל הדברים פנימיים יש נגד הרב נוטרינסיקטורי אספולזיות למוזיקלניק אינסטרומנטים וכמובן קרניים אי איך אה.. אה.. הרגה? כמו שופרות. אה.. ספול זו את פתום דלו את שופרות איזניח. הכבשה טובה? חרוש העפצה. טובה להרבה מאוד דברים. אה.. חרשה עד לאמנוגי כבשי. היא יכולה לחזק את הבעל הבית. אה.. נמוזת אוכל פיצווה יבוא פסטוחה. היא ממש יכולה להרים את הרועה שלה. אה.. נמוזת פדניאת יבוא. ואם אנחנו מתרגמים את זה למצב שלנו, אז כמובן יש המון המון מידע, וכמובן באותו פרק שקראנו יוחנן הנסר, אני הרואה הטוב Там написано ⁇ Я добрый пастырь. И я единственная врата, через которую вы можете зайти в это место обитания. И что нам не очень нравится как верующим, это загоны. Потому что uh, у загона есть границы, есть, гадар, есть забор. Не всегда можно выйти и пойти погулять. Всегда нужно быть со стадом. И мы просто uh, застреваем внутри. И uh, корень uh, загона такой же, как слово ⁇ тюрьма ⁇ и so, нас это раздражает. Потому что мы не всегда понимаем, зачем нам быть в загоне или в определенных рамках. מבינים, и то, что мы не понимаем, что загон, э, цель загона ⁇ это сохранить нас. И границы и стандарт, который нам дает нас пастух, они для того, чтобы нас сохранить. Потому что если мы выйдем из этого загона и будем э, болтаться сами по себе, то мы точно найдем проблемы.

למשל הבן העובד. נפרמיר בלודנסין. הוא, הוא עזב את המקום שהוא צריך להימצא בו. הוא פרץ את הסטנדרט של אותו בית האב. כל מה שהוא חונך אליו. הוא עזב את המכלאה. Он оставил свой загон. <тых> и, <тихий к царям> и через очень короткое время он uh, получил себе огромные проблемы. <тых> и, <тихий> и, например, вы помните рассказ uh, Дины, дочки Якова, когда она пошла погулять в Шхем. <тых и тихий> она оставила свое uh, Природное э, место обитания, и ее любопытство просто преодолело ее. Она оставила свое стадо для того, чтобы э, познать другие э, чувства. И она очень быстро нашла себе проблемы.

Когда мы э, просто разбиваем стадо, Аз, э, э, это стадо начинает... Э, Марик. Когда мы разделяем стадо, а, гамма, и овцы начинают э, страдать, и, и сам пастух, э, и, и само стадо. Okay. Аз, э, у каждой овечки есть влияние на uh, все стадо и на самого пастуха. И, как я уже говорил, что uh, стадо не может выжить без пастуха, как и в Духовном Царстве, так и в общине. Когда мы отделяемся от нашей uh, вот, духовной семьи,

Овцу. Он должен оставить для этого вот всех остальных в загоне. И для этого ему нужно всех оставить и пойти и найти тебя, искать тебя в то время, когда ты находишься где-то глубоко в яме. И проблема в том, что это занимает много времени. Это, это очень сильно uh, вредит и стаду, и самой овечке. И написано, что Господь знает нас по имени. И пастух знает нас по имени, и стадо знает голос пастуха. И также стадо может разделять, различать голоса. Стадо понимает, где голос пастуха, где не его голос. И также очень важно заметить, что пастух знает лично каждую овечку, знает по имени, знает все, ее, все про нее. И это очень важно, что Господь уделяет особенное внимание лично, персонально каждому из нас. Исход 20 глава, когда Господь объявляет свои законы и заповеди, Он говорит, вот вы тут, я сейчас говорю к вам как к народу. Не говорю к вам как к народу. Я говорю вам лично, каждому, персонально. Ты слушай, ты сделай, ты не делай. אלפי אנשים עומדים באותו הר סיני והם כאילו מקשיבים שהוא מדבר כל אחד אישית. וצאן חזק הוא מורכב מאותם אנשים אינדיבידואלים שבאמת מכירים את הרועה בצורה אישית ומיוחדת. וישהוא אומר אני המקור היחיד

И я единственный, который знаю вас по имени. Я знаю цель каждого из вас и знаю все про вас. И также внутри пас, стада есть задание. У каждого у каждой овечки есть своя свое задание. Есть более активные овечки. Они всегда такие, все им интересно, они первые там лезут и, и что-то ищут. И есть особенные овечки, которых, у которых есть инстинкт самосохранения, и они вот ищут пастбище. И э, все стадо идет за ними. Но пастух, Он э, ответственный также и за этих овечек, и Он их ведет. И что еще интересно, что у стада вообще нет понятия, куда они идут. Они абсолютно доверяют своему пастуху. И если даже они заходят в туман и не видят ничего за метр, они все равно идут за пастухом. И это действительно показывает настоящую веру. И мы видим тут вот простоту этого. Простая вера овечки в пастуха. אנחנו לא איזה נחשים ערמומיים. (אומר בערבית: או אריות גפתנים). (אומר בערבית: או אריות גפתנים). (אומר בערבית: אבל אלוהים מדגיש שאנחנו הצאן והכבשים). (אומר בערבית: נגד, זה פקס ואומר שאתה מי כך אופצי, אי כך פסטוך). (אומר בערבית: הוא מדבר על פשטות שבאמונה. (אומר בערבית: ולפעמים אומרים גם בצבא). (אומר בערבית: מה שלא פשוט, פשוט לא יהיה. что просто-просто не будет что не просто просто, что, что не просто, просто, не, будет. Это очень важный принцип нашей веры. Потому что Господь э, объясняет нам принципы веры на очень простом и низком уровне, чтобы нам было это понятно. Доступно. И вот эта простота веры, она побеждает много вещей в жизни.

мы видим, что у пастора, у пастуха есть правильные намерения. <говорит> у него нет никакого интереса вредить нам. Когда он делает нам что-то неприятное или неудобное, это, скорее всего, для того, чтобы нам помочь. Для того, чтобы сохранить нас от какого-то вреда. Нам важно понять, что что бы ни происходило, намерения или, или цели пастуха — это никогда не во вред нам. 16 стих. Он говорит, у меня также есть и другое стадо. И тут мы видим, где Господь говорит о, о единстве между евреями и неевреями. Я создал этот загон для того, чтобы там поместились все и те, и вторые. Тут нет какого-то разделения особенного. Тот, кто готов идти за мной, как за пастухом и он, он не, не строит для этих людей какой-то особенный загон все в одном загоне он приводит вот этих других овец в тот же самый загон под те же стандарты под те же границы он не разделяет кто лучше кто хуже когда они заходят ходят все в один загон и неважно какие они были до они становятся одним единым. Он говорит сейчас это ваш дом. Это вот мой стандарт и эти законы мои. И у меня есть собаки. Вы должны это знать. Эти собаки они для того чтобы вас сохранить. Иногда даже наказать. Если вы выйдете из-под моего крыла, знайте, что у вас будут проблемы. Так же как пастух все свои силы, всю свое все свое время отдает для того, чтобы было хорошо стаду. Он ожидает и от стада, что будет ответная реакция. Мы знаем, что Господь он самая самая жертва универсальная жертва. И он как пример того, какие мы должны быть. Вы мое стадо, а я от вас хочу вашу шерсть и ваше молоко и мясо. Конечно, это аллегоричное сравнение. Но это говорит о том, что ты обязан быть верным своему стаду. В Римлянам 12 главе написано. Быть живой жертвой для Господа. А верность это величайшее качество, величайшее качество в Господе. Потому что нам нужно укрепить царство. Мы не обязаны во всем преуспевать. Но наше желание пожертвовать нашим временем, чем-то нашим, пожертвовать для того, чтобы хорошо было стадо, это важно. И если наш пастух ведет нас, но мы не видим заметно, Ничего друг от друга, это не важно. Мы должны тут испытать нашу веру и идти за ним. Даже когда мы не видим его, אותו, это, это... его так же, как и Петр, когда не видел его, когда они были на озере а, Кенерет, это был сильный ветер, он но он слышал знакомый голос. Он сказал, я хочу идти по воде. Он даже не видел его. Он слышал его голос и пошел за голосом. Вот мы должны быть такими овцами. Не всегда это просто. Но важно принимать эти правильные решения каждый день. Я хочу быть частью стада и хочу, чтобы еще был моим пастухом. Я хочу, чтобы он был задействован во всем в моей жизни. Когда мне тяжело, когда я болею, я, во-первых, обращаюсь к своему пастуху. И если я потерялся, вышел из стада. Я просто должен во все горло кричать Его имя, и если я вижу, что я недостойная овечка для Его Царства, так значит, я должен пересмотреть свои пути и понять, где я не прав, чтобы вернуться на правильный путь мы абсолютно под влиянием нашего пастуха. Потому что без паствы, без стада мы не выживем. И у нас есть наша цель и обязанности. Еще два стиха прочтем. Исайя 40. с 9 по 11 стих. Читать? 49 по 11, да. 40 глава с 9 по 11 стих. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силую голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудинам, вот Бог наш, вот Господь, Бог грядет силою и мышца его со властью, вот награда его с ним и Воздаяние Его пред лицом Его, как пастырь, Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на, на руки и носить на груди своей и водить э, дойных. Даже когда мы говорим о будущем, понятия эти не меняются. И когда Господь придет в вот своей победе побеждающим, Он все равно придет как добрый пастор, несмотря на все его сильные качества, которые он придет с ними. У него всегда есть забота, он всегда заботится о нас. И вот даже те, которые слабые, какие-то нуждающиеся в пастве, Он их поднимет, возьмет на руки и пойдет с ними дальше. Нет такого человека совершенного духовно. Сироты? Нет сироты духовного.

ואת החולה אחזק, ואת השמנה ואת החזקה אשמית, ארענה במשפט. ותן עצוני, כה אמר ה' אינני שופט בין שא לזה, לאלים ולעתודים. המעט מכם, אמרי הטוב, תראו, ויתר מכם תרמסו ברגליכם, ומשקמים תשתו, ואת הנותרים ברגליכם תרפשון. Я буду пасти овец моих, и я буду упокоить их, говорит Господь Бог. Потер... Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, пораненную перевяжу, больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, и буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам... До 18 их 18 18. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими?

Все есть там и все в изобилии. Но глава всего этого – это пастух. И у паствы есть задание и своя цель. А он начинает разделять, сортировать. Он разделяет между овцами. Конечно, он также и разделяет и, и козлов, и всех тех, которые снаружи. Но он говорит овцам, вы стадо, вы и есть мое лицо. Ваш внешний вид, ваше здоровье, ваше состояние, это и есть я.

И у них будет огромная проблема, он их истребит. То есть есть определенное условие нахождения в этом стадии. Я хочу, чтобы все было в достатке и было хорошо всем. Но если вы топчете ту еду, которую я даю для всех, то у вас будут большие проблемы, и вас я буду судить. Если вы uh, даете место спорам, скандалам, слухам, если вы какие-то приносите непонятные вещи внутрь стада, если вы приносите ущерб или вред другим овцам, я это вам не прощу. ואני אתחיל לסנן. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגשו את הסיטואציה הזאת, זאת אומרת, זה באמת מרגש ופשוט. Это действительно очень сильно, но и при этом очень просто. Путь, Он особенный, Он хочет быть единственным источником для нас. Мы, как овцы, мы не горделивые животные, а мы простые овцы. Простые. И у Господа для нас есть много чего отдать, и нам что есть отдать Господу. Но при этом мы должны вот то, что мы даем, давать это так, чтобы это приносило честь всему стаду. И как Иешуа, он закланный агнец, и в Царстве Небесном он получил всю славу. И мы через это мы можем увидеть, что простая овечка, закланная, она может достичь вот этого величия. И все, что от нас требуется, это доверие и постоянство. Давайте будем благословением для всего стада. Аминь.